30 июля в Голубом зале главного здания Казанского федерального университета было подписано соглашение между университетом и МУП «Метроэлектротранс» о стратегическом сотрудничестве в области создания беспилотного электрического транспорта. И поэтому большинство тех наработок, которые представили ваше внимание, они как раз уже, это не просто какая-то идея, а это реально действующий образец. Перед подписанием соглашений генеральный директор «Метроэлектротранс» Асфан Галявов посетил Центр информационных технологий Казанского федерального университета, где ему были продемонстрированы уникальные технологии вуза в области беспилотного транспорта. Мы будем показывать демонстрации различных технологий, изделий, которые были бы интересны КазМетроэлектротрансу, то есть вот, ну, в общем-то, и рассматривать какие-то альтернативные направления сотрудничества. Напомню, что КФУ является одним из крупнейших держателей интеллектуальной собственности в области беспилотного транспорта на территории Российской Федерации. Мы уже давно занимаемся тем, у нас есть ряд уникальных решений, которые, ну, скажем так, не повторены другими производителями, которые являются именно нашей интеллектуальной собственностью, и они достаточно хорошо подходят для того, чтобы автоматизировать, сделать вот беспилотным общественный транспорт, по крайней мере, какие-то его части, те же самые вот трамваи, троллейбусы.